Лоурес 2017. Так. Туризм и все. И туризм. Ожидания от мероприятий. Ожидания. Ну что, я ожидаю. Я ничего не ожидаю. Я вообще не знаю, понятия не имею, что там будет. Да. Насколько я понимаю, выставка. Это выставка. Там будут всякие фирмы представлены туристические. На халяву что-нибудь урвем. Ну, я надеюсь, что будет какая-то халява. Я пришла за ней. Билет туда, вход бесплатен. Так что... Нет, так-то 5 евро вход. А если с пригласительным, то бесплатно. Да. У нас есть пригласительный? У нас есть. У нас есть пригласительный. Связи, связи. Где мы находимся? В Пире-то. Я вот ни разу не была, а ты была уже на этом... Да. Месси, нет, знаете, когда знаете, в школе это... какое-то мероприятие по поводу тоже ярмарка университета все туда ходили. А, ярмарка университета, да, да, там же проходит. Да. Но у нас в Тарту, у нас личная была ярмарка, мы не ездили в Таллин. Ой, вот. Ясно, личная, мажоры. Личная. Вот это здание. В общем, у меня полное разочарование в этом во всем мероприятии. Что я получила? Я получила шарик, который я выпросила от booking.com. Я подошла к представительству, сказала, что вы мне можете предложить. Мне сказали, мы можем тебе предложить шарик, ручку и конфеты. Все. Конкретных предложений нету. Заходите, подожди, заходите на сайт и выбирайте. И вам будут конкретные предложения. Спросили, вы знаете наш сайт? Я говорю, да, конечно, заказывал. Все. Я видела Аэрофлот. Я подошла, культурно сказала, что у меня есть свой канал, хотите мне, пожалуйста, интервью. На что мне ответила главная женщина, до свидания, девушка, мы не даем интервью. Вы можете нас фотографировать, снять этих девушек, стюардесс, мы вам ответим на ваши вопросы лично, без видео. Я сказала, хорошо. Сейчас я покажу, что я успела заснять. Аэрофлот в Таллине. Тут вот красивые девочки, в красивой форме, стюардесс. Заполняем розыгрыш Александра, да? Mm-hmm. Что разыгрывается? Я не знаю. Разыгрывается билет любой... На Мальдивы. На Мальдивы? Вот здорово. Александр, у нас будет лав-путешествие, если мы выиграем, да? Я спрашивала про вообще, что за фирма. Это авиакомпания. И они предлагают путь с Таллина до Москвы, потом от Москвы до Индии и каких-то еще стран. В Новотурс девушка позвала главного мужчину, по-моему, хозяина. Хозяин спросил, что за канал, узнал, что за канал, сказал, приходите завтра. А вопросы, пожалуйста, присылайте мне на почту, а сам почту мне не сказал. В общем, меня послали очень красиво. Будьте открытие. Ну и что я не популярный блогер? Ну и что у меня мало просмотров? Домашнее животное нас и пригласило сюда. Да. Викинг Лайн. Викинг Лайн. Это значит, Александр, что за Викинг Лайн? Что это за фирма? Паромы, Швеция, Финляндия. В общем, мы советуем Викинг Лайн. Советуем. И конфетки тоже кушаем активно. Есть очень много кибиток, именно с конкретной страной я видела. То есть, например, Турция, там это Вирал Премьер, Текирова, самый крутой отель в Турции. Даже написано на стенде, я заметила. Я знаю этот отель, который очень дорогой, туда приезжают звезды. Можно подойти к конкретному стенду, куда ты хочешь поехать, и спрашивать все, что ты хочешь. И люди даже подошли к этому очень творчески, одели костюмы. Тут я участвую в розыгрыше, нужно выбрать направление, куда ты хочешь. А все равно ты выигрываешь Стокгольм круиз. Непонятно, так, зачем это делается. Какой-то фирме исполняется 10 лет, и они хотят сделать прогноз и анализировать то, что люди отвечают. И тогда уже именно Таллин хочет делать продолжительные рейсы не только от Финляндии и Швеции, но и каких-то до других точек. А еще у меня куча шариков, Карина, жди на ДР. И у меня куча ручек, спертых, халява. Я не буду говорить, не скажу. Они меня потом не продадут. Special Edition Фукатю Порш, да? Сейчас при Калине полетят. Карин, я хочу тебя поздравить с днем рождения. Она видит блог, она выставит это на YouTube. Вот Татьяна. Поздравляю Карину с днем рождения. Так. Дело в том, что этот человек
которые вот только она может придумать черно-золотой стиль, потому что у меня нет ни черного, ни золотого. Место клуба поменялось по причине того, что очень много людей хотели пойти на этот концерт. Собралась она. Раньше он был в Factory в Кристине районе, и теперь он будет в центре, в Cat House, потому что там больше площадь. У меня обычный билет. Я обычный белый человек, которому подарили этот билет. Хватит. Жду сегодняшнего концерта увидеть Мияги, Иншпиль. Очень нравится. Ты поиграешь. Да хватит! Мне очень... Хотелось бы, чтобы все было так, как примерно на их клевых видео в Инстаграме. Любимая песня? Самая-самая. Ты была очень расстроена, что концерт перенесся? На самом деле, да. Я очень настроилась пойти. Уже были планы. Поэтому, да, я очень настроилась. Так что, организаторы, давайте не переносите концерт, да? Да. Что насчет того, что клуб другой? Ну, в этом клубе я ни разу не была, в Кэтхаусе, поэтому ничего не могу сказать, но надеюсь, они сделали правильный выбор. И концерт нужно было как-то об этом проинформировать где-то более так интенсивно. Вот. А все узнавали только от чужих лиц уже о том, что концерт принес, на какое число, на какое время. И я считаю, это огромный минус. То есть название ивента просто поменяли, уведомлений никаких не было. Да. Нужно были уведомления. Сколько народу сегодня здесь? Что-то видно? Что-то снимать, нет? Снимаю. Концерт закончился, но толпа все еще стоит. Так, местное время 23:37. Я немножко в разочаровании, потому что организаторы не смогли хорошо организовать то, чтобы количество народа попало в клуб, определенное количество народа, чтобы была нормальная очередь, и чтобы потом сейчас возвращались люди с одеждой, а не без верхней одежды. Потому что гардероб не может дать всем номерки, потому что работников не хватает для такого количества народа. Я не попала на концерт Мияги. Почему? Потому что я в этом не виновата. Я пришла в 20:30. На пенсии было написано то, что 21:00 выступает Мияги Иншпиль. Все от меня было хорошо. Мы отходили чуть подальше специально, чтобы, если что, нас не били. 3000 человек не пройти вообще. Просто половину народу просто не попало на тот концерт, которые хотели. Так. Здание очень маленькое, в котором все это организовывается. Сами исполнители пели только час, остальное все музыка, которую люди меньше всего знают. И очень много детей, которые младше 16 лет. И а тебе сколько лет? 16. Около 8 подошла, и через 40 минут я попала туда. Но я попала через... Мы можем сказать, с краю самого. То есть, если середина, мы бы там еще неизвестно сколько бы стояли. Вот я как раз-таки стояла с середины. Невозможно выйти, всем плохо. Многие выпившие люди просто... Детей уже выносили на руках. Охрана очень сильно толкается, то есть агрессивно. И как бы там дышать вообще было невозможно. Дверь в итоге выбили. Когда уже песни были, нас поливали шампанским, что было не очень здорово, потому что... Запах очень алкоголя. Да. Вот Мияги, расскажи. Ужасно. Я не прошла. Ты прошла? Я прошла, но я успела на последние 3 песни. Пошла 8. Так. И... Я пошла 8:30, так. А, я пошла 8. Так. И, в общем, получилось так, что мы начали просто пропихиваться туда, но потом мы поняли, что это была ужасная это идея, ужасная потому идея. Что я могла так поднять ноги, и меня просто держала толпа. Как бы у меня у подруги астма, и просто мы еле-еле достали ингалятор, и она успела принять его, потому что это был ужас. Я недовольна, клиент, ты более-менее довольна. Ну, я недовольна как бы тем, что было до. И так скажем, что прошли первого охранника, потом прошли второго охранника, потом гардероб, потом еще один охранник, почему потом еще один. Я не знаю. Каков результат? Полное право жаловаться и просить возврат денег, что мы и сделали. Торбе кольцами, защита прав потребителя и на пилителеве, там, где продаются сами билеты. Нам ответили то, что, возможно, билеты возвратятся,
в денежном виде. Но, вероятно, возможно. В общем-то, что это разбирается. Буки официально, организаторы ВКонтакте написали то, что возможно будет второй концерт. Якобы они упрашивали исполнителя Мия Геншпиль выйти позже, так как очень многие люди стояли на улице, и Мияги и Эйншпиль не захотели позже немножко выходить, хотя они вышли на 15 минут чуть попозже. Мое мнение, сами исполнители не виноваты, они вышли позже немножко даже, чем планировалось. Так что претензий к ним у меня абсолютно нет. Есть претензии к организаторам. Мы стояли в очереди, и я вижу, идут две девушки. Одна закрывает вот так вот глаза руками. Я подхожу, говорю, вам нужна ли помощь, вызвать ли скорую. Мне отвечает девушка, которая вот ее вела за руку. Нет, не надо, мы уже вызвали скорую помощь. Я говорю, что случилось? У них были VIP-билеты, они зашли через какой-то другой вход, зашли на второй этаж. У них не проверили билеты, им не спросили, сколько лет. Они просто зашли на второй этаж, сели за свой стол, вышли вниз в туалет, пошли обратно опять наверх. У них не было на руках то, что они как бы здесь на мероприятии, у них есть билеты. Охранник это увидел и начал газовым баллончиком травить одну девушку прямо в глаза. Ни с того ни с сего. Я говорю, вы сопротивлялись? Нет. Они были вполне адекватные, трезвые, на вид лет 18, наверное, я бы так сказала. Я смотрю на небо, я не топлю. Знаешь, я люблю, когда Таллин попивает. Нет, я первый раз иду на Баста, поэтому так. Оно... Вот ты веришь в лучшее. Я верю в лучшее, потому что по прошлым концертам все говорят, было очень круто. Я тоже надеюсь, что будет очень круто. Я собралась на концерт Басты. Вот это так наиграно! Просто да! Я иду на концерт Басты второй раз. Я была там в прошлом году. У меня были стоящие места. В этот раз я подготовилась серьезней. Заплатила больше денег, и мы идем с девочками на фан-зону. Вот это вот стоящая зона, это фан-зона, и вот это все стоящие места. И все было полное, ребята. Я буду впритык к Басте. Ожидание, потрогать его. Я хочу потрогать Басту. За как что? Вы думаете, у меня получится или нет? Презентация нового альбома. Сказала из моих знакомых то, что люди, которые не слушают Басту, они могут услышать песню «Выпускной» с нового альбома и идут на концерт, потому что им очень нравится эта песня. Мою игру жду, что там? Какую мою игру? Моя игра. Это старая. И она принадлежит очень. Таким же, как и я. Она мне принадлежит, и такие же. Но я немножко путаю текст, что с этим поделать? Я много раз ошибался, делал что-то не так, но я вставал и делал следующий шаг. Я верил людям, которым верить нельзя. Они поджимались этим, но поверьте мне, зря. В общем, чистый кайф. Тати пару песен, я все очень жду. Тати обожаю. Если будет новый альбом, этих песен не будет. Баста обязан исполнить старые песни. Обязан. Концерт Басты. Я ж повеселела. Замечательный концерт. Баста, респект, уважуха. В прошлом году было хорошо, мне понравилось. В этом году еще лучше. Были песни какие-то с нового альбома. Это номер все, это в твоих мостах. Вечная дрезвота на жестких минусах. И уже слабый полет, но ты сами ты мои. По городу иду, бандит. О чем
человек сделал предложение своей девушке. Я не расплакалась. Мне многие спрашивали, как ты плакала. Нет, нет, я не расплакалась. Но это было очень-очень мило. Так сложилось, что 18 числа первый раз тебя увидел, первый раз к тебе подошел. Первый раз с тобой заговорил, и мы с тобой познакомились. После этого дня мы с тобой больше не расставались. Я хочу, чтобы так и было дальше. Ты много терпела, много мне прощала. Я хочу тебе дать уверенность в завтрашнем дне и в будущем вообще. Я тебя люблю, Лер. Ты будешь моей женой. Был еще один парень, который очень сильно орал на концерте. Такой выпендрежник, я бы сказала. Постоянно Басти. Баста такой, ну что-то, что-то уже скажи. Надоело уже орать, я тут на концерте. К тебе на концерт, что ли, мы пришли? В общем, говорит, если ты такой дерзкий, давай на сцену. Этот парень вышел на сцену, во что было. Ой, боже мой! Жека, что хотел сказать? Да. Райские яблоки. А, ты заказал заказ песни? Он был Силаме и Давирма. Мы такие пробивные, да. Организация на уровне, было два входа. Гардероб, было куча точек, не было вообще никакой толпы, так что Works концерт, организаторы всего мероприятия, они действительно молодцы. Скажи мне, мама, моя жизнь это драма, моя душа несет все быть. Раз и навсегда.